Всем привет, дорогие друзья, с вами как всегда я, Амогус. Ну, в смысле, Эмерхан Пронунси. И сегодня мы будем играть в Рогуль. Тренировку сначала проходим. Она очень жесткая. Но если кнопки рядом стоят, то это достаточно легко. Если они в жопе от друг друга, то это жестко. Нашел. Все. Я сделал это, я красавчик. Точнее, я могу. Так. Делаем вот так, вот так. Я уровень повысил, прикиньте. Ладно. Как он ставит? Все, полетели. Кстати, ребят, хотите прикол? У меня есть второй Кагун. Подожди-ка, куда он убрался? Сейчас зарежу. На, все. Ты куда идешь? А? Чем? Супер Райдер, да еще угол. Дум! Че у меня залагало? А, все. Ребят, тут как он у меня, конечно, остался. Но этот, мне кажется, тоже не промах. Да просто его. А, блин, нет. Лучше уйду. Я сейчас помру. Все. Он за мной? Он до сих пор за мной, ребят. Вы понимаете, куда он за мной бежит? Я, кстати, выучил дорогу до сюда, что ли? Так, вот. Все. Вот мой старый Кагун. Теперь я готов с ним сражаться. И где он? Лол, походу перехотел со мной сражаться. Или это... Чел, не иди туда, тебя сожрут. Ты чё? Я не там. Ты вообще... Чел. Не иди туда, я тебе говорю. Беги! Все, ребят, с этим Кагуном я непобедимый. Так, ладно. Я уже, кстати, неплохо прокачался во всем. Смотрите. Подожди-ка. А почему у меня РК заново начинает? Подожди-ка. Я не могу этот огромный кабан использовать. А почему? Лол с двух ударов. Ясно. ССС. Бесполезно, значит, против него идти. Минус. Хаваем. Так, ребят, поехали. За эти... А, это мелкий раунд. Ну, с ним я на изи справлюсь. Я хочу, короче, этой РК подкопить и призвать второй Кагуну. Что-то они какие-то слабые. Нет, ничего. А, блин, это высокий ранг. Подождите, я его без своих этих трюков могу вынести. Уф, куда все? 800 за аугири большого ранга? Вы чё? За этого 50, я уже видел.
А вот за тебя сколько? Так, 750. Нет, нет. Так, сна. На! Да блин, нет. Подожди-ка, ты чё встал? Так. 200? А чё, они так сильно отличаются, что ли? Опять ты! Ты мне не нужен. Тебя мало. РК падает. Мне нужен Алгири большого, высшего ранга, скажем. Ты чё? Я тут вообще-то. Я не понимаю. Почему эти боты перестают бегать, когда я не рядом с ними? Ребят, боты это не обзывательство, это реально боты, которые меня пытаются убить. Да блин, не могу попасть. Тыщ! На! Ну ч... Ребят, я этих инвестигаторов... Инвестигаторов уже шинкую. О, мелкий ран. А сейчас, кстати, сколько падает? Я не успел посмотреть. 11 350. Даже с мелкого ранга Алгири 200 падает. Вы понимаете? Ребята, это просто что-то с чем. Вот с этого выпадает 200. С самого маленького ранга Алгири тоже. Я не знаю, кстати, что такое РК. Может быть, это то, что есть, чего много углей. Я не знаю. Произошли технические шоколадки. Все, поехали. Сейчас, ребят, подождите немного. Так. Угу, все. Значит, полетели. Я хочу побыстрее этой РК накопить, чтобы я мог использовать второй камень. А то я как лох бегаю с первого. Ну, хотя нет, это как он даже лучше. С двух! Ладно. Здрасте! С четырех. Так, с него падает 100, да? Да, 100 РК. Это было так ржачено. Ладно. О! 1, 2. Слышь? А почему тот за 2 удара помер? Ну ладно. Так. Я так понял, то, что тут нет нубиков на этом сервере. Ну, здрасте. Я тебе сейчас порешаю. Я решала. Да куда ты бежишь? Оп. Это. О, здрасте, мордасте. Таксиста вызывайте. Нет. Беги. На. Блин, я не на ту кнопку нажал. Я сейчас побоялся, что он меня грохнет. И чё? Почему он остановился, когда я был рядом с ним? Как это работает? Все, минус человек. 13 250. Ну, чуть-чуть осталось. Все. Мелкого я убил. 1550 осталось, беги. Он убежал, все. Если бы он не бежал, я бы помер. 2 удара, и он помер.
Подождите. Трупачело, трупачело. Минус я, короче. Да. Ты что делаешь? Да и человека грохну. Так, забегаем. А где? А, вот. Здрасте. Мордасти. Так, ладно. Летим. 1200 осталось. Ой, первый инвестигатор. Ну, если... Ну, кстати. Все. Подожди-ка, мне кажется, ли у меня уровень повысился? Ладно. Это высший ранг Алгири. Кстати, мне еще ни разу не попался средний ранг Алгири. Ну, именно на этом месте, за это видео. Кстати, ребят, если что, то в этом режиме, в этот режим, точнее, можно играть только с ПК. Ну, в смысле, нельзя играть с телефона. Короче, ну да, получается. И давай, либо маленький ранг Алгири, либо инвестигатор первейшего класса. Да, повезло. Повезло. Так. Ребят, чисто. Все, в ноль. Наконец-то! Я могу опять призывать этот гагун. Все. Блин, подождите, там труп. Там труп. Труп. Забираем. Я его забрал. А чё за мной тут инвестигатор прибежал? Зачем за мобусом бегут инвестигаторы? Скажите, вам Амогус сделал что-то плохое? Ну, хотя, если так подумать, то да. Так, летим. За Спарту! Так, ладно. Ничего нет. А стоп, я же тренировку завершил. Значит, я могу сделать вот так, вот так. Потом еще вот так. Все. Готово. Ну-ка, а я могу? Да блин. Почему атлет заспавнился? Это что такое? Они, походу, пришли посмотреть. Ладно. Да блин! Зачем на эту коробку встал? Это коробка моя. В этом районе все коробки мои, понятно? Вот раз. За Спарту! Ну, а я пока что свалю от него. Блин, по мне чуть не попал этот чел. Блин, а нафиг он за мной так долго бежал? Я просто говорю то, что все эти ящики, моя зона. Да что? Зачем он меня сейчас убил?
Опять он меня грохнул. Я хочу поближе к нему подойти. Выкинуть его с моего ящика. На, иди отсюда, это мой ящик. Нет, сваливаем. Ребят, сваливаемся вместе. Блин, ну нафиг. Чел, иди. Иди погуляй. Здрасте. Ты куда ты? Ой. Что это такое? На! На! Давай, все, я его грохну. S-. Я убил чел, у которого ранг S-. Вы че, рили? Че он такой слабый? Да что? А. Из. Ребят, вот живой пример токсика. Ну реально. Так пишут только токсики. Изи, изи. Я же не писал ему изи, изи. Токсик реально. Какие только токсики бывают. Ладно. Надо его собрать. Сейчас он опять будет писать, да? Ты чел, все, просто иди отсюда. Так. Угу. Ну, если так предположить, то я могу его убить. И, а что? Меня за что? Мы вообще не с ним сейчас сражались. Точнее, я. Чел. Как он меня убил? Вот. Он меня даже не видел, потому что никто не пришел забирать мой труп. Нет, не труп. А, нет, труп. Я не успел. О, труп. Дай труп схавать. Да. Ладно. Иди куда подальше, чел. Нет. Не буду ничего. Не буду. Почему, кстати, он перестал писать? В прошлый раз он заспамил. Так. Ай, ладно, я пошел на крышу. Так. Ребят. Способ, как легко уйти от этого чела. Я на арену. Тут никого? Реально? Что? Капец. О, пролог про. Давайте! Все, красава! Это чел мой. Я его схавал. Токсикам нужно мстить по-токсиковски. Ай, блин. Опять этот пролог. Ну ладно, ты пока хавай, а я пока пойду. Ну в смысле? Ты же всегда хаваешь. Почему он не схавал человека? Их же тоже хавать можно. Ладно, я, наверное, на следующий сервак пойду потом.
Это просто уже издевательство. Ну вы видите, да? Я выхожу, а он меня уже грохнул. Ну, кстати, мне удалось его один раз обойти. И это у меня... Подожди-ка. Есть тренировка? Нет. И это у меня получилось с помощью вот такого вот трюка. Быстрей! Быстрей! Ребят, гайды, как паркурить по крышам в Робуле. Нужны точнее. Да. Так, ладно. Дискар. А, это Скайкроллер. Где он? Ребят, тот чел ушел. Теперь это моя территория. Все. Хаваем ответа. Капец. Он ведь даже сейчас не знает, где я. Лови. Ну это как бы ну прикольно. Давай, давай, давай. Что это такое? Ладно. Нет! На! Ребят! Это точно самое лучшее, как бы. Подожди-ка, Нил. Чё стоишь? Тебе помочь? Да блин, ну чё ты? Ладно. Так. У меня 157 ранг уже. Ой, уровень. Мне интересно, когда у меня наконец-то ранг поменяется. Я как был С-ранг, так и ему и остался. Это С-ранг, офигеть. Амогус. Кидает тебе дуэль. О, третий ранг инвестигатора. Ладно, я прошел. Блин, ну нафиг я это написал. Так. А как он меня грохнул? И кто меня грохнул? О, можно его схавать. Я доволен. Чел, не выходи, тебе живу потом будет. Я имел в виду не из игры. Ладно, этот чел просто вкашит. Так. Ладно, сейчас тренировка накопится, я ее пройду, и тогда можно будет заканчивать видео. Так, на. Привет, как дела? На! Я знаю то, что он сейчас будет на меня охоту вести. А и что? Он на меня идет? О, ребят. Впервые вижу человека, которого я ударил, но он не ведет за мной охоту. Впервые вижу такого человека. Ну, конечно, кроме новичков, они обычно уходят после того, как я их ударил. С. М. С. С. Е. Йо, блин. N. I. Блин, я слил. Я случайно нажал на U. Капец. Не, ну эта тренировка реально сложная.
Ладно, ребят, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну а с вами был Амогус, имбовый Кагуна и другой имбовый Кагуна. Но вот этот вот Кагуна имбови. Все, всем покидова. И еще бы, конечно же, Амирхан Кананти. Правда, без носа, без рта, без щек. Вы ничего не видели. Всем пока, давай.